специальная военная операция, которую проводит Россия, она проходит, ну, скажем так, достаточно непросто. Я более 7 лет пробыл на войне. Но эта война, пусть не обидятся мои боевые товарищи, отличается от той войны, которая была у нас в Афганистане и на Кавказе. Потому что мы воюем с одной из самых сильных и обученных армий. Воюем с солдатами, офицерами, русскими, с нашим же таким же менталитетом. И чего нам делать? Что мы делать будем? Хотели узнать у людей, вот как они относятся к Владимиру Владимировичу, ну, Путину. Я его люблю всем сердцем. Почему? В смысле, почему? Потому что мы с вами живем благодаря нему. Мы с вами живем в самой подсанкционной стране мира. А все остальные страны нам завидуют. Все это благодаря Путину. Все благодаря ему. Но впервые слышу вот от человека, кто говорит, что прям любит его, говорят, да, что хорошо относится. Да. А почему любите? Ну, потому что 22 года он у нас уже у власти, да? Вы же понимаете, как бы обычный человек столько времени не может пробыть у власти. Это, ну, как бы уникальный человек. Вы второго такого жулика и ворюгу не найдете. Просто как бы, ну, нет ему на замену. Ну, поэтому вот... нужно, чтобы он жил. Просто никто другой за 20 лет такую огромную богатую страну сырьевым придатком Китая так быстро не сделает. Надо, чтобы он пожил подольше.